Мы ему в задницу ударили. Опа! Увернулся! Ага. Она загорелась. Угу. Во. Чтобы изготовить улучшение для одежды. Да, Элой, да. Красавица, дай на тебя посмотрю. Классная у тебя одежда. Да, секут ходят. Так, а теперь мы защиту от огня оденем с тобой. Молотильщик Утаро. Так. Не-не-не-не. Там вон еще один. Угу. Угу. Лед сделал ее хрупкой. Ага. Ты, блин. А, это явно не то оружие. Идем. Thank you.
Это кто сюда идет? Ага, клинокрылы нам нужны. Отлично. И бурдюки. Отлично. Шикарно. Сейчас мы... Это вполне возможно клинокрылые. Ой, бурдюка нашли. Там бурдюка много надо этих механизмов. Гребня рог. Так, это мы идем к бурдюкам, я понял. Но бурдюки нам надо много их. Да ёп! Ага. Хорошо.
ёптуэн. Где сейчас? Не пойму, где застряло-то?
Это защита от огня. Блин, да их тут столько этих уродов. Иди сюда. Мороженая машина. Так, где у нас? Да, да, Элой. Вот это мы тут охотимся. А что делать? Нужны запчасти. Теперь еще нам нужен клинокрыл. Еще нам нужен клинокрыл. Да, песок царапает кожу. Сейчас мы...
Да. Я вот что-то не понял одного. Почему мы сейчас не можем... Надо поискать в котлах. Надо. Иди давай сюда, иди, друг мой. Слушай, да тут так ёпара СТ сколько. Так. Ну уж надо вот сюда дойти хотя бы. Так. Mm-hmm.
Понял. И до этого длина шеи мы не дойдем, да? Ладно, ну мы теперь сюда дошли. Мы теперь что можем? Мы сюда дошли, долететь мы сюда долетим теперь. Быстрое перемещение бесплатно. Вот сюда вот. А теперь клинокрыл нам нужен, да? Ясно. Началось теперь переодевание, блин. Блин, и этот урод тут еще ходит. Там же этот урод прибежит сейчас. Хватит таких машин, надо искать в котле.
Так. Ее можно поджарить электричеством. Идем, идем. Сейчас он сюда к нам повернет. Осталось только добить. Во, там. Ага. Контакт потерян.
могло. Ага. Точно, в бошку ему. Не слабо. Эрен бы сказал, жарко, как в кузне озера. Точно. Точно. Элой, обкатываем новую броню. Драки потасовки. Это нам нужно. Так. А то мы тут потратились. Пойдет в хранилище. Да почему? Нам тут дофига надо. Так. Это мы все так до эфира идем. А, тут лагерь бандосов недалеко. Так, ну нам надо сейчас вот отметиться сразу сюда. Это край надо. Угу. Там лагерь бандитов, да? Мы тут в этой защитной кепочке. Для путников, да, Элой? Так, а что нам тут с навыками у нас? Так, ну здесь пока мы... Тяжелое оружие, это... Больше из того же количества ресурсов. Ясно. Не, это, но... Ну, тут, во-первых, либо вот это, либо всплеск энергии. Ладно, это у нас все тут... Так, тут мы загнали. Есть, конечно, вот вариант вот здесь поработать. Лекарство, лечение, ускорение автоматическое. Эффективность зелий. Thank you.
Двойной залп. Это очень нужно. Очень нужно. Не хватает. Оружие слабенькое. Где этот волнорез? Так, это мы не туда пошли. Это мы вон туда, а нам бы вот сюда. Попробовать прорваться. Да, вот сюда будем прорываться. Ну что ж. Пойдем сюда, Элой, пойдем. Нарываемся на морозных бурдюков. Но тут, по-моему, этот у нас... Сейчас я погляжу, инвентарь, одежда. Мне, по-моему... тяжелое оружие, концентрация. Увертливости у нас пока нет. И защита по... Сильнодействующее лекарство, защита в ближнем бою. Ну, тяжело, ну там нечего пока. Ладно. Я думал, мы тут можем ныкаться. Так, идем. Не, ну красиво, конечно, все это, но тяжело ресурсы выбивать. Все добывать эти, где и биться. Да. Я хочу ей дать все прокачать, попробую. Ну, как бы все, что есть здесь в игре. Ну, так. Так. На тот мы и залезли, у нас оказалось нету инструмента. Ну что ж, пошли. У нас, Элой, нет инструмента, идем до этого.
Дуин, кажется, чей-то лагерь. Пожалуй, стоит заглянуть. Это где? Лагерь Азирам? Как они тут очутились? Точно, а мы... Подожди, а где я его не вижу? Забираю. Слушай, а у нас древесник это. Ай-яй-яй. Мы тут немножко повоевали. Ну, как обычно у меня. Добро пожаловать, странник. Опять меня игнорируют. Сумка забита. Потом заберу из хранилища. Да, ты! Я знаю, что ты меня видишь. Кажется, я приближаюсь к сигналу. А если еще западнее? Так, наш сундук. Ночное небо напоминает мне о моей старой подруге. С таким копьем я бы и сама на сикачей пошла. Я тут нарвался на мятежников. Если честно, я уж думал, мне конец. Кажется, у нас гости. Не хочешь отдохнуть немного? Я уже видела наездников на машинах. Угу. Блин, а? Ладно. Морозильный лук подождет. Сила воды. Благословенные охотничьи. Угу. А то ну вообще. Можно сетку бурдюка. Ясно. Где ж тут кролики? Угу. Колчан для высокоточных стрел. Давно. Давно напрашивался. Они устроили что-то вроде гонок. Не знаю даже. Угу. 98, да? Блин, я столько бурдюков побил. Столько бурдюков побил. И все напрасно.
это был единственный безопасный путь. Извини, у меня дела. Ну, наконец-то. Я не настаиваю, если только мы не сможем уйти через тот туннель. Так, а магазина тут нет. У меня для тебя новость. А, это смена. А я говорила Коргуху, что это плохо. Угу. Говорят, в последнее время одни Тенакт сражаются с другими. Часть их умеет приручать машины. Будь с ними особенно осторожен. Их много, и мы видели, как они возводят заставы вокруг. Одна из них к западу отсюда. Часть их поселилась на краю пустыни, на юго-западе. Они даже возвели лагерь на юге. Это очень способствует здоровому сну. Главное, постарайся к ним не приближаться. От них одни неприятности. Надо посмотреть на них, как будто там. Я уже видела наездников на машинах. Они устроили что-то вроде гона. Говорят, то еще местечко. Хочу там побывать. Слушай, нам надо... сгонять в магазин. Подраспродать барахла. Юная кажется спокойной, но скрывает множество опасностей. Нам воевать у нас. У нас... Угу. Понял. Угу. А сколько потратили? Прокачиваем оружие, доспехи.